Добрый вечер, дорогие любители футбола. Между футбольной лигой Северо-Запада, то домашний Квазар, синяя форма, врут. Очень неплохо, кстати. Ой, какая опасность. Ну вот, посмотрите. Пожалуйста. Номер 80, давайте посмотрим. Мартынов ломается. За счет Балаяна сыграл. И вот еще один хороший выстрел от Попова. И вот здесь может быть очень опасно. Островат угол, но! Ах, не здорово. Это 29-й, да, у Казаков был? Или 28-й? А вот обратку может что-то быть. И 1-1. Да. Не смогли сейчас Салатовы. Был очень хороший момент. И мячом. Сейчас видели от Бурлицкого. И пожалуйста, 2-1. И минута не прошло, как Эдуард Уразаков. Ну, если так не... Ломается. У Балаяна хороший момент, убирает он в сторону, и хороший удар. Квазар проигрывает 1-2. Ломыцев, Балаян, Попов Антон. Опасная игра. Ну, здесь откуда подкат. И вот здесь надо решать Изумруду. Хороший пас! Что дальше? 3-1! Блестящая контратака в исполнении Изумруда. Хороший пас! Что дальше? 3-1! Блин! Молодцы! Посмотрим, что покажет в свою очередь. Поэтому ты меня как-то тебя неправильно. А вот и гол, пожалуйста. Такой мусорный, ну такое в футболе бывает. Соперника. И гол забил, и столько создал всего, просто... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Иди сюда, что называется! Опускать не боже, надо спокойно Салатовым доигрывать. Дорогие друзья, вас приглашаю. Живописный 21 или 20-16. Насыщенный футбольный вечер, еще два матча. Ах, как здорово! Ай, как здорово! Попов сработало, Попов дубль 2. Вот с него Уразаков. Несмотря на гол Ибрагимова и хорошую его игру, вот это опасно. Атака Квазара. Мягенький наезд на Косачева. И там Козлов мог чуть-чуть посластить пилюлечку. Посластить ее не смог. И финальный свисток арбитра фиксирует гостевую победу футбольного клуба.